Страна начала готовиться к выборам. Наш регион не исключение. Официальный старт гонки состоялся в минувшее воскресенье. В Иванове на один день открылся официальный пункт сбора подписей за самовыдвижение кандидата в президенты Владимира Путина. Площадка, отмечают волонтеры, выбрана по территориальному принципу, никак иначе. Ивановцев, желающих поддержать кандидата, ждали в приемной «Единой России». Выразить доверие президенту решили депутаты городского и областного парламентов. Приходили и семьями, и поодиночке. Доброй воли людей. Вы знаете, что наш президент Владимир Путин – национальный лидер, поэтому, конечно же, очень много людей хотели бы выразить свое доверие президенту и поставить подпись выдвижения кандидата в президента Российской Федерации Владимира Путина. Рядовые жители города тоже заглядывали. Вся процедура занимает не больше минуты. Гражданин должен иметь при себе паспорт, быть старше 18 лет и обязательно прописанным на территории региона. Волонтерам дана установка собрать 7500 подписей. Все граждане, которые пришли сегодня оставить свою роспись, это разновозрастные, это и приходят и студенты, которые довольны своей жизнью, своим будущим, уверены в своем будущем. Также и приходит и пенсионный возраст людей, и среднего возраста приходят люди. По поводу того, какой категории лиц, да, приходят люди, также не могу сказать, так как приходят и чиновники, и обычные граждане. Проявить гражданскую позицию в воскресный день пришли несколько сотен человек. Работа волонтеров продолжится и на этой неделе. Подписи молодежь будет собирать в торговых центрах. Напомним, чтобы кандидат был зарегистрирован на выборах, ему предстоит набрать не менее 300 тысяч подписей. В том, что этот рубеж Владимир Путин преодолеет, ни у кого не вызывает сомнений. О штабах других кандидатов в президенты в нашем городе пока информации нет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.